В Алтайском крае стартовал второй сезон фотопроекта «Герои с нашего двора». Акция направлена на популяризацию спорта среди детей. Суть проекта – размещение на улицах города баннеров с фотографиями юных спортсменов от 9 до 17 лет, которые имеют звание мастеров спорта и КМС. Отметим, родоначальник такой акции – Новосибирск. Позже инициативу подхватили другие регионы страны. Алтайский край акцию впервые провел в марте этого года. Тогда к ней привлекли 140 спортсменов. Сейчас, надеются организаторы, проект задействует большее количество участников и выйдет на новый уровень. Однозначно у него нет конкретного времени. Вот сколько мы посчитаем нужным героев развешивать, сколько у нас хватит ресурсов, времени и возможностей, как говорится, он будет существовать. Дальше идет тренер с нашего двора, затем у нас идет сила традиций.